Вы смотрите городские новости Челябинск в деталях. В студии Вячеслав Ватутин. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Глава города проинспектировала реконструкцию Ленинградского моста. Открыть здесь движение планируют уже в июле. Русские и история стали чуть легче, задачи по математике значительно усложнились. Для челябинских выпускников подтвердили КИМ и ЕГЭ. Привитые челябинцы смогут поехать во Вьетнам. Правительство страны планирует принимать иностранцев с 15 марта. Горожанам предложили порадовать бездомных. В качестве подарков 23 февраля и 8 марта можно приносить носки, чай и конфеты. Глава города Наталья Котова проинспектировала реконструкцию Ленинградского моста. Объект готов на 65%. Открыть здесь движение планируют уже в июле. С подробностями Наталья Кудряшова. Ход реконструкции Ленинградского моста глава города инспектирует не первый раз. Как и прежде, у Натальи Котовой нет претензий к подрядчику. Работы идут по графику и даже с небольшим опережением. Готово 65%. Сейчас мы видим, по мосту у нас идет активно это кирильное барьерное ограждение. Также мы подготовились уже к монтажу наружного освещения, контактной сети. Также работы проводятся у нас по подходам, в частности, по переустройству коммуникаций. Уже перенесены водовод и ливневая канализация. Сейчас решается вопрос с теплотрассой. Может произойти, что запуск по направлению в город, по улице проспекту Победы, к перекрестку Балейка, будет сужен в связи с тем, что не будет решен вопрос с теплотрассой, но по нему сейчас активно идет проработка, то есть проект находится в экспертизе. Единственное, там повлечет удорожание, которое сейчас заказчик и администрация планируют принимать решение, за счет какого финансирования будет происходить. Реконструкция однозначно порадует челябинцев. Ширина моста увеличилась на 20 метров, высота на 2,5. Будет организовано шестиполосное движение. Мы надеемся, что в весенний период уже приступим к асфальтированию путей, а летом запустим, по крайней мере, по две полосы, ну и трамвайное движение запустим, для того, чтобы улучшить передвижение жителей города с ЧТЗ на северо-запад, потому что в настоящий момент движение затруднено, в том числе потому, что закрыт этот объект. По нормативам такие объекты возводят за 27 месяцев. Этот обещают сделать за 23. Памятник мы перенесли на 10 метров, так как он попадал в новую проезжую часть. Приподняли его на 2,5 метра. Сам памятник не пострадал. Нанимали 2 100-тонных крана, потому что все вместе с конструкцией весит около 90 тонн. Вот. Сделали новое под него свайное основание. Там была капсула с землей из Ленинграда. Мы ее передали музею историческому. Памятник облагородят керамогранитом, установят подсветку и чугунное ограждение. Рядом планируют разбить небольшой сквер. Наталья Кудряшова, Виктор Щелков, Урал-1. Челябинские госавтоинспекторы проверили сугробы. Снежные кучи на обочинах и возле пешеходных переходов создают опасность для всех участников движения. Сотрудники ГИБДД призывают жителей быть внимательней. По статистике госавтоинспекции, за последний месяц в Челябинске произошло 37 ДТП с участием пешеходов. 2 человека погибло и 39 получили ранения различной степени тяжести. В 21 случае пешеходы пострадали в зоне действия пешеходных переходов. В 11 случаях пешеходы сами спровоцировали дорожные происшествия, переходя проезжую часть в неустановленном месте, либо на запрещающий сигнал светофора. Зачастую причиной этих ДТП становится плохой обзор пешеходных переходов из-за неубранного снега. К другим факторам относятся отсутствие освещения, недостаток ограждения или дорожных знаков, а также игнорирование участниками движения мер безопасности. Чтобы снизить риски, челябинцам советуют использовать светоотражающие элементы в одежде и переходить проезжую часть спокойным шагом, не отвлекаясь на телефон. Ничего лишнего, только главное. Новости дня одной строкой прямо сейчас. Челябинское метро достроят, несмотря на нерентабельность. Об этом заявил вице-премьер правительства России Марат Куснулин. По словам чиновника, метро есть смысл строить, если оно везет в час пик 20 тысяч пассажиров и более. Этот вид транспорта могут позволить себе Москва и Санкт-Петербург. Однако в Челябинске заморозка объекта обойдется в 10 миллиардов рублей. Такая сумма нужна, чтобы засыпать тоннели и избежать техногенной катастрофы. С другой стороны, продолжение проекта в виде метротрама потребует свыше 70 миллиардов рублей. На эти деньги полностью обновят трамвайный парк, инфраструктуру и 65% путей.
Челябинский бизнес сэкономит на крупных спортивных стройках. Закон об инвестиционном налоговом вычете разработало региональное Минэкономразвитие. Чиновники предлагают освободить от налога на имущество проекты с суммой инвестиций от 700 миллионов рублей. Все они должны быть заявлены после 1 января 2021 года. Льготами можно будет воспользоваться после введения в эксплуатацию. На сегодня под действие нового закона попадают три объекта. Это РМК-арена, центр экстремальных видов спорта компании «Ариант» и центр тенниса. Челябинцы могут подать заявки на благоустройство до 1 марта. Документы в рамках инициативного бюджетирования собирает городская дума. Все идеи пройдут через публичное обсуждение. После этого власти решат, на какие объекты нужно направить средства. В прошлом году в рамках программы было реализовано 147 проектов на 516 миллионов рублей. В 2022 году ожидают порядка 190 заявок. Впрочем, благоустройство в Челябинске будет идти не только за счет инициативных проектов, но и на средства городского бюджета. Отловленных собак предложили не возвращать в среду обитания. Свою позицию челябинский омбудсмен Юлия Сидоренко озвучила в соцсетях. По ее словам, для бездомных животных нужно искать хозяев или же держать их в приюте до момента естественной смерти. Программа, которая сегодня действует в регионе, предполагает отлов, вакцинацию, стерилизацию и выпуск. Таких собак можно узнать по биркам в ухе. Однако выпущенные животные сбиваются в стаи и нападают на людей. Накануне в Коркино серьезно пострадала 11-летняя девочка. Укусами повреждены 70% кожи. Школьница находится в реанимации. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц администрации района. Для челябинских выпускников утвердили КИМы ЕГЭ. Русский язык и история стали чуть легче, а вот задачи по математике значительно усложнились. Педагоги рассказали нашей съемочной группе, что ждет школьников в экзаменационной аудитории уже этой весной. Заметные изменения внесли в КИМы по истории, географии, русскому языку и математике. Теперь экзаменационные материалы направлены не на тестирование школьных знаний, а на проверку способности учеников применить теорию на практике. Убрали первое задание. Оно проверяло умение сжато передать главную информацию текста. И задание теперь представлено составным заданием, которое помогает провести стилистический анализ текста. В 12-е задание, где выпускнику необходимо написать сочинение, тоже внесли изменения. Экзаменуемому дают больше простора для полета фантазии. Там даже добавлена одна тема, скажем так, интересная, из диалога искусств. Почему? Потому что ребенок может рассматривать раскрытие этой темы на примере произведений живописи, театра, кино. Оценивать сочинения тоже станут чуть мягче. Если раньше работа, не включающая 250 слов, не рассматривалась вовсе, то теперь при отсутствии орфографических ошибок выпускник за текст на 150 слов может набрать 1 балл. Сократилось количество заданий в экзамене по литературе. Теперь их 12. В новом КИМе не будет тестовых вопросов. Останутся только с развернутым ответом. Но школьников это не пугает. В принципе, несложно. Понятно по заданию, что надо учить достаточно, но если ты хоть немного понимаешь этот предмет, то все равно вероятность того, что ты сдашь его на более-менее положительные баллы, повышается. А вот что действительно пугает школьников – существенные изменения в экзамене по математике. Профильная часть стала заметно сложнее. Из нее ушли прикладные задания. Добавились более сложные варианты наших заданий. Та же самая, допустим, теория вероятности уже не одно задание, как было в прошлом году, уже два. Два и добавили как раз-таки задания на теорию вероятности повышенного уровня. Однако времени на подготовку у детей достаточно. Учителя не теряют оптимизм и уверяют, тренировки на тестовых КИМах очень эффективны. Первый экзамен по обязательному русскому языку пройдет 30 мая, а профильную математику выпускники начнут сдавать 2 июня. Наталья Шмахметова, Андрей Дичков, Урал-1. Челябинская областная станция переливания крови проводит конкурс среди IT-доноров. Добровольцы могут получить фирменный мерч за ответ на вопрос, просто ли стать героем. Подробности в нашем сюжете. В 2021 году неделя IT-донора заняла 3-е место в номинации «Добровольцы в донорстве» Всероссийской премии соучастия. Теперь это не просто разовая акция, а стабильная помощь Челябинской станции переливания крови. Мы решили, что нужно помогать и развивать все это действие. В результате того, что мы помогаем, есть следующий этап. Нужно удерживать внимание, поэтому мы предложили Центру крови организовать совместный конкурс, чтобы люди, те, кто сдавали кровь, сделали репосты, рассказали о том, почему стать непосредственно героем очень легко.
Создать интерес вокруг важной темы и мотивировать айтишников помогает конкурс, итоги которого подведу 22 февраля. Записью в группе ВКонтакте заинтересовались 4000 человек, среди которых более 50 участники. Условия – сдать кровь хотя бы один раз, быть подписчиком и поставить лайк, ответить в комментариях на вопрос. Напоминание тем, кто является активным участником донорского движения, что они не просто так создают кровь, что это не корысти ради, что они могут таким образом стать именно частичкой чего-то, что формирует доброту. Почетный донор Борис Нырков работает в IT-сфере. Четвертую положительную сдал более 40 раз. Врачи областной станции переливания уже знают его в лицо. Ну а процедура помогает проверить силу воли. Ну, первый раз я пришел сдавать в 2012 году. И, если честно, ну, мимо шел просто. У меня нет какой-то истории красивой, что я там чем-то вдохновился. Да просто шел мимо, зашел, и так и получилось, что для этого никакого не надо какого-то красивого повода. Просто можно зайти и сдать. На станции переливания рады каждому добровольцу. Тиражирование темы донорства позволяет иметь необходимое количество крови для спасения жизней. Очень радует то, что при просьбе прийти наши люди с охоты откликаются, и где-то на следующий или через день мы уже их видим на нашей станции переливания крови. А для тех, кто по каким-либо причинам не может попасть на станцию переливания крови, совсем скоро запустят традиционный мобильный пункт. Начинаем выезжать в теплое время года, то есть где-то в конце апреля. На территории нашего города, это где-то может быть возле парков или крупных учебных заведений, мы будем устанавливать наш мобильный комплекс для того, чтобы уже принимать доноров там. Только за первую половину дня сегодня 289 южноуральцев стали донорами. Региональный банк крови пополнился на 144,5 литра. Иван Наконечный, Андрей Дьячков, Урал-1. Привитые челябинцы смогут поехать во Вьетнам. Правительство страны планирует принимать иностранцев с 15 марта без оформления визы. Вьетнамские власти намерены полностью возобновить туристическую деятельность по всем направлениям. Профильные министерства уже готовят порядок приема путешественников. Уже известно, что последним подробный маршрут отдыха заранее регистрировать не придется. По прибытию в страну гостям необходимо предоставить сертификат о вакцинации, свежий ПЦР-тест и заплатить $30, страховой взнос на случай заражения коронавирусом. В гостинице необходимо будет сдать экспресс-тест и до получения его результатов находиться на самоизоляции. Без комментариев и лишних подробностей, новости одной строкой прямо сейчас. Проект расширения трассы М5 разработают за 92 миллиона рублей. Подряд по первоначальной цене получила компания «Геопроект» из Санкт-Петербурга. Она стала единственным участником аукциона. Новая дорога пройдет на территории Златоуста, Катав-Ивановского и Саткинского районов. Общая протяженность 77 километров. Специалистам к ноябрю 2023 года нужно подготовить проект планировки территории и обосновать инвестиции. Ранее «Геопроект» уже выполнял заказы для управления дорог Южный Урал, проект капремонта нескольких участков М5, а также документы на реконструкцию трассы в Ашинском районе. В Челябинске ищут подрядчика для обслуживания свалки. На бывшем полигоне за 2-3 года необходимо убрать стоки и газы за счет принудительного выкачивания фильтрата. Сегодня все сбросы от свалки собираются и направляются на специализированную установку, систему дегазации. Там происходит полное разрушение выделяемых веществ. Суммарные выбросы оценивают в несколько десятков тонн в год. Само вещество, диоксид углерода, не представляет угрозы человеку. Рекультивация челябинской свалки завершилась осенью 2021 года. На ликвидацию мусорного полигона потратили 4,5 миллиарда рублей. Объем выбросов загрязняющих веществ при этом сократился на 62 тысячи тонн. Челябинская спортсменка выбыла из борьбы за олимпийскую медаль. Екатерина Ефременкова упала на забеге в 1500 метров в дисциплине шорт-трек. На опасный маневр, обгон соперницы, челябинка решилась накануне в четвертьфинале соревнований, однако не удержалась на ногах. Кроме того, шанс на медаль Олимпиады упустили челябинские керлингисты Сергей Глухов и Дмитрий Миронов. В составе российской сборной они проиграли команде Великобритании со счетом 6-8. Миасская голова Святогора попала во Всероссийскую энциклопедию арт-объектов. Ее составил сервис поездок и путешествий «Туту».
В онлайн-экспедиции все 85 регионов России. Южный Урал представляет скульптуры из мяса. Ее автор Рамис Сибгатуллин работал над проектом 5 лет. На 11-метровую голову Святогора ушло 12 тонн цемента. Стройматериалы автор покупал на собственные средства, а внутри головы он устроил небольшой музей Пушкина. Бездомных животных в Челябинске становится все больше. Одной из причин зоозащитники называют пандемию. Пожилые одинокие люди умирают, а их питомцы оказываются на улице. Спасением для них становятся приюты, которые уже, к сожалению, переполнены. В одном из таких под названием «Лис» побывала Наталья Кудряшова. После смерти пожилых людей родственникам достаются не только квартиры, но и домашние питомцы. И если недвижимость наследство принимает с радостью, то вот четвероногих обитателей зачастую выставляют на улицу. Девушка Юлия, точнее ее муж, пошел в магазин утром и увидел, как это вот ребенок сидит в сугробе, орет. Он 5 дней выживал на улице, потом, как выяснилось его история, у него умерла хозяйка. Не знаю, в общем, либо дочь, либо сын, не могу сказать точно, забрали кота в переноске и даже не отдали соседке, сказали, что мы заберем его к себе домой. Но в итоге они не доехали, они увезли его за 2 двора от его места проживания и оставили умирать. Сильвестр отморозил хвост и лапы. Задние частично пришлось ампутировать, а также все пальцы и хвост. Сейчас коту придется привыкать жить в непривычных для него условиях и с изувеченными конечностями. Как и этому красавцу с пронзительным взглядом. Петруша у нас появился недавно. Его нашли люди на трассе, сбитым. Забрали его к себе. Получается, смогли поселить только в теплицу, сделали ему коробочку, они его кормили. Благодаря им он выжил, в принципе, да, вот в эти морозы. Петруше экстренно сделали операцию, потому что хвост начал полностью разлагаться, как он только попал сюда в тепло, да, как бы. Вот, ушки у нас тоже отпадут, но, к сожалению, перелом таза уже нельзя сделать, заново ломать, как бы наш ортопед сказал, что нет смысла. И таких бывших домашних подопечных в приюте лис десятки, а здоровых среди них единицы. Маус также оказался на улице, но ему повезло. Неравнодушные люди приютили в подъезде, постелили подушку и подкармливали, пока он не оказался в заботливых руках Олеси. Если бы кот остался на улице, то, возможно, тоже бы стал калекой. У нас для бездомных животных вообще ничего не предусмотрено. Конечно же, я прекрасно понимаю людей, которые жалуются там на продухи и так далее, но если бы люди, которые кормили, за собой бы все убирали, если бы их стерилизовали, да, например, и оставляли бы в этих... Допустим, мы кастрировали кота и кошку, которые там живут. Мы их оставили, закрепили кого-то человека, он бы кормил, убирал. И если бы у нас немножко бы, когда мороз, запускали бы их просто хотя бы погреться, просто накормить, не купить себе шоколадку, не купить сигарету, да, например, и покормить тем самым, мы могли бы спасти животному жизнь. Зоозащитники бьют тревогу. Число бездомных животных катастрофически увеличивается. Если 2 месяца назад в приюте лис было 40 кошек, то теперь их уже 80. Буквально на днях привезли сразу 6. Это который дедушка, который с деменцией, который жил в квартире, было 9 кошек у него, там была антисанитария, полная ванна, всего там такого. И вот они вот к нам приехали вшестером, мы всех кастрировали, стерилизовали. И очень надеемся, сегодня пришли анализы, они все здоровы, у них нет ни лейкоза, ни иммунодефицита ДАУ. Они ходят в лоток на место, то есть их можно спокойно пристраивать в семью. При этом приют расположен в квартире, где Олеся живет со своими детьми. Говорит, не может отказать тем, кто так надеется на спасение. И хоть девушка поддерживает идеальную чистоту, понимает, для полноценного приюта нужно отдельное помещение. Ведь кошки живут еще и в доме ее мамы. Там их столько же, как и здесь. Я не обращаюсь ни в какие фирмы, потому что на это нужно время. Время – это самое главное, да, что и должно быть. У меня этого свободного времени нет. Поэтому я стараюсь просто, я надеюсь, что когда я веду прямые эфиры, найдется тот человек, который захочет нам помочь, и мы сможем построить настоящий приют. Мы все уже знаем, как нужно. У нас все для этого есть. Нам нужно только территория и 2 дома. Все, чтобы я могла жить там с детьми. Я надеюсь, что я справлюсь. Многие думают, что такие приюты существуют при поддержке государства. Но это не так. Приходится в прямом смысле выживать на пожертвования неравнодушных людей. Те, кто хочет помочь лису, могут это сделать через соцсети во ВКонтакте, Инстаграм и ТикТок. А главное, говорит Олеся, стоит присмотреться к этим пушистикам. Может быть, среди них найдется тот самый верный и ласковый друг. Ведь те, кто пережил серьезные испытания, отвечают особой любовью, уверена девушка. Наталья Кудряшова, Виктор Щелков, Урал-1.
Челябинцам предложили порадовать бездомных. В качестве подарков к 23 февраля и 8 марта можно приносить носки, крем для рук, чай и конфеты. Сбор помощи для людей, оказавшихся на улице, открыла некоммерческая организация «Жизнь». В списке адресатов 95 человек. Горожанам предлагают либо поддержать акцию финансово, либо привезти готовый подарок из списка. По словам волонтеров, в качестве презентов они собирают самое востребованное – носки, которые быстро приходят в негодность, крем для рук, позволяющий избежать обветривания, а также конфеты и пакетированный чай. Именно с последним на текущий момент вопрос стоит острее всего. Адреса, куда можно приносить подарки, указаны на сайте организатора акции. Набор нижнего белья, пена для бритья и абонемент на йогу. Челябинцы готовы отметить День защитника Отечества. По традиции 23 февраля подарки вручают не только тем, кто связан с армией, а всем представителям сильного пола. Что хотят получить мужчины и во сколько обойдутся их желания дамам, говорит Челябинск. Как говорят настоящие уральские парни, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Уже скоро Россия отметит День защитника Отечества. По традиции принято дарить подарки не только военнослужащим, но и представителям сильного пола. Служили ли в армии и какой хотят получить подарок настоящие суровые мужики, говорит Челябинск. А что собираетесь подарить своим любимым защитникам? Ха-ха, я их не считаю защитниками. Почему? Мужчина, потому что сейчас нет. Любите, цените, можно вас обниму и пойду дальше. У меня там свидание. Так у вас же сейчас свидание, чего вы меня обнимаете? Ой, да он не видит меня. Ну все, до свидания. Что будем дарить папе? Я буду папе дарить... Рисунок, наверное. Да, она любит рисовать. Какие рисунки уже нарисовала? Ну, я пока не знаю, что ему нарисовать. Безусловно, внимание, побольше внимания. Так мы с малышом очень редко видим мужа. Поэтому, безусловно, накроем стол, побудем вместе с семьей, прогуляемся. Духи, например. Какие? Хорошие. Что можете пожелать нашим защитникам в этот прекрасный день? Ой, ну да, мальчики, не бойтесь, мужчины. Вы главное, знаете, если боитесь девушку пригласить на свидание, зовите ее. Будьте сильными, смелыми, отважными, а самое главное, будьте здоровы. Это вот самое главное. Знаете, мамочка говорит моя, будет здоровье, будет все. Чтобы были реальными защитниками. А никем? А не так, просто никем. Всего самого хорошего. Удачи. И все? Во всем. В чем? Во всем. Не болеть самое главное. Главное, чтобы вы были здоровы, были сильные, уверенные и добивались своих целей. Самое главное – здоровье. Самое главное. И чтобы мир на земле был. Удачи! Я просто очень тороплюсь! Нашим защитникам, ну, пожелать, чтобы они были здоровы, счастливы, ну и защищали и нас, и нашу страну. Чтобы никогда не было войны. Да, чтобы никогда не было войны. Чтобы никогда не понадобилось. Действительно, в прямом смысле этого слова, защищать родину. Здоровье, здоровье и здоровье. Спасибо большое, что летаете над городом и спасаете нас от преступности. А вообще я хочу пожелать всем мужчинам здоровья, терпения, чтобы в семье творило благополучие, семейного счастья. И хочу сказать, что наши русские мужчины самые лучшие. Поздравляем, желаем быть мужественными, сильными. Какими еще? Лучшими. Отважными. Лучшими папами. Поздравляем с 23 февраля. Желаем вам оставаться такими же мужественными, заботливыми, настоящими мужчинами. Ну и дальше защищать нас, да? Да. И женщин, и родину. Не забывать, что они в первую очередь мужчины. И выполнять свои мужские качества. Традиционные носки и пена для бритья на 23 февраля уже не актуальны. Сегодня мужчины ценят стабильный и быстрый интернет, чтобы работать из дома и достигать побед в видеоиграх. Об интересном и умном подарке на День защитника Отечества в нашем сюжете. На пороге Дня защитника Отечества южноуральцы ищут современные и модные подарки для своих родных. В эпоху развития интернета и киберспорта, по наблюдению экспертов Ростелекома, актуальными становятся умные цифровые гаджеты. Например, домашнее видеонаблюдение. С помощью него можно позаботиться о семье, квартире или авто. В видеосервисе Винк найдутся новинки крутых боевиков с супергероями, фильмы в переводе «Гоблина» и спортивные трансляции. А тем, кто любит проводить время за видеоиграми, можно подарить быстрый и качественный интернет.
Заядлому геймеру в индивидуальном порядке можно обеспечить скорость 1 гигабит в секунду. При этом мощным дополнением к этой услуге станет роутер игровой. Он обладает интеллектуальными способностями и распознает любые игровые приложения. Такой подарок делает гейминг максимально комфортным. Игровой роутер действует на технологиях с помощью искусственного интеллекта, мгновенно распознает пакеты игровых приложений и отдает им приоритет. При этом мощному роутеру даже стены не помеха. Устройство способно в одиночку снабжать интернетом трехкомнатную квартиру. Маршрутизатор раздает Wi-Fi на площади 90 квадратных метров, а значит, хорошо работает в больших домах. В среднем где-то на 20-25% этот роутер обеспечивает более скоростные подключения, опять-таки в отличие от стандартных роутеров. Это первый момент. Второй момент, он действительно обеспечивает более низкую задержку между действиями, например, игрока, если он перемещает какой-то манипулятор, геймпад и так далее и тому подобное. Помимо прочего, роутер дает возможность смотреть тяжелый контент в 4 и 8К на экранах с большой диагональю. Спортивные трансляции и динамичные фильмы с качественной картинкой – то, что нужно современному пользователю. Наталья Шмухаметова, Владислав Шишмаренков, Урал-1. Если у вас есть интересная новость или видео, присылайте их в наши мессенджеры. Номер телефона вы видите на своих экранах. Давайте вместе рисовать информационную картину Челябинска. Ну а я же с вами прощаюсь. Вы смотрели городские новости «Челябинск в деталях». Одежда ведущего предоставлена мультибрендовым магазином одежды «Марки Стор».